Так, ну вот добрался я до этого места, где вчера тушили, отстаивали вот эти дома вчера. Вот. Здесь тушил вчера. Здесь вот все сгорело. Полностью все выгорело. Вот эти рукава вчерашние, которые они не могли никак там связать, у них не было каких-то перемычек, были основная линия, я так понял, была, были тройники, а вот отводов по сторонам, чтобы сделать, не было. Вот тут мы вчера заливали, вот, вот это все вчера тушили. Вот этот дом вчера не смогли спасти, но спасли зато вон тот, где пожарка стоит. Вот этот дом вчера смогли. Конечно, заборы все поломали, но это как бы не самое страшное. Самое главное, что остался целый дом. Где горе, конечно, и трактора, и техника, тут и все людей. Кое-где просто заезжал бульдозер и просто сравнивал это все с землей, все в ровное дело, например, как вот здесь, где и машины, автобусы, там куча всего, очень много. Но это только часть.